Всем большой привет! Вы на канале Просто Рецепт. Сегодня готовлю очень интересный и удивительный салат с кальмаром. Он свежий, необычный. Если вы на праздничный стол не хотите готовить майонезные салаты, то оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для этого салата мне понадобится 2 тушки кальмара. Их необходимо разморозить, вымыть внутренности полностью и снять пленку. Пленку лучше снимать с сырых кальмаров, так это сделать будет проще. Также мне понадобится 1 перец сладкий, немного помидорок черри, сок лимона, небольшая веточка укропа, можно заменить петрушкой. Также листья салата, у меня здесь микс салатов, 5 столовых ложек оливкового масла, соль, черный молотый перец и 1 зубчик чеснока. Вначале отварю кальмары. Для этого в сотейник налью воду, добавлю соль и специи, десертная ложка соли, черный перец горошком и 2 лавровых листа. И поставлю на огонь. Дам воде закипеть. В кипящую воду опускаю 1 тушку кальмара и варю ее так 10 секунд. Вынимаю. Теперь даю воде снова закипеть хорошо. И снова выкладываю эту же тушку кальмара. Уже на 20 секунд. При этом вода должна кипеть. Все, этот кальмар готов. И так поступаю со второй тушкой. Пока кальмары остывают, подготовлю все остальное для салата. Салат необходимо нарезать не мелко, но и не сильно крупно, так чтобы было удобно есть. Выкладываю листья салата на тарелку, в которой буду подавать сам салат. Порежу перец. Выложу перец на листья. Помидоры черри разрежу пополам. Если они у вас сильно крупные, можно разрезать на четвертинки. Я думаю, этого будет достаточно. Кальмары остыли, нарежу их тонкими колечками. Выкладываю кольца кальмаров сверху. Осталось приготовить заправку. К оливковому маслу добавляю черный молотый перец, соль, теперь порежу мелко укроп, натру чеснок на мелкой терке, можно через чеснокодавку. Добавлю сок лимона, примерно 1-2 столовые ложки. Заправку хорошо перемешаю и попробую на вкус. Заправленный салат сразу необходимо подавать. Перед подачей этот салат можно немного перемешать, чтобы все ингредиенты соединились. Вот такой замечательный салат, пикантный, интересный и свежий у меня получился. Такое приготовление кальмаров придает ему мягкость и нежность. Они не становятся резиновыми. Обязательно приготовьте, порадуйте себя и близких вкусным салатом. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я с вами прощаюсь, всем до скорых встреч. Всех благодарю за просмотр этого видео. Всем пока-пока.